Более 200 человек эвакуировали из задымленного здания одного из курских предприятий. Для этого пришлось задействовать 9 единиц техники и почти полсотни огнеборцев. Угрозы жизни и здоровья не было. Пожарные провели плановые учения. По легенде, произошло возгорание в административном корпусе. На этом этапе отработали действия руководства завода. Уберечь от стихии персонал и материальные ценности помогла команда добровольных пожарных. Вскоре в схватку с огнем вступили и профессионалы. Целью нашего сегодняшнего учения было взаимодействие наших подразделений между собой, то есть работа, слаженность действий, проверка знания обслуживающего персонала, своих действий до прибытия пожарных подразделений. Общая оценка учениям, считаю, на удовлетворительном. Кроме того, спасатели проверили наличие схем эвакуации, противопожарного инвентаря, а также систему оповещения.